я уверен, что такие вещи, как конференция «Завод», они как раз, ну, драйвят рынок, дают какой-то импульс, новые мысли. Люди сегодня проведут здесь день, завтра придут и сделают что-нибудь классное. Я уверен, что так и будет. Выяснилось, что вот один из спикеров нынешней конференции был на моем воркшопе 8 лет назад, и это так вдохновило человека, что она пошла в рекламу и в маркетинг. Так что вот классно, когда такие истории случаются. Почему завод? Да, потому что это системно, это очень мощно и эффективно. Вообще считаю, что креативность произрастает из любопытства. То есть, если человек любопытен, то он на основании вот той информации, которую он получает, делает какие-то выводы, облекает их в какую-то коммуникацию, и это и есть креативность. Это опыт экспертов из Москвы, Екатеринбурга, Питера, для того, чтобы эти эксперты приехали к нам. Есть у нас такой слоган: «Теперь они к нам, а не мы к ним». Давайте я немножко спойлерну и приглашаю вас в следующем году на конфу «Завод».